Только я так могу. Камеру макнуть в снег. Супик бежит. Пуделечек. Пуделечек хорошенький какой. Привет. Привет. Фотомодель. Ой, еще один. Ой, можно я? Этот еще лучше. А, ладно, не буду пугать ребенка. Одна модель только одна модель испугалась. Господи, какие сладкие мальчики. Одна модель испугалась. Все равно по кайфу. Все равно по кайфу. Все катается и катается. Хочу кататься, не катаюсь. Внимание! В течение дня ожидаются ветер, снег, гололед. Просим вас быть предельно внимательными и осторожными. При возникновении происшествия обратитесь в службу экстренной помощи. Thank you.
Но люди катаются, молодцы, не сдаются, народ не сдается. Я, наверное, уже, конечно, во втором кругу накаталась как-то я. Тем более, что обещают целый день, что я так думаю, сейчас я только переоденусь, а вдруг опять снег повалит, что-то мне как-то стрёмно, поэтому гуляю быстро. В сторону выхода, потому что я что-то подверзаю, у меня прям куртка. Когда влепил очень сильный снег, я каталась, и очки все залепились снегом, и куртка, и шарф. У меня все это еще и промокло. Я не знаю, что гулять дальше, пойти подсох. Наверное, я сейчас пойду к метро и попробую подсохнуть там, пока буду ехать. Наверное, на ВДНХ сейчас поеду. Подзаряжу как раз телефон, пока буду ехать. У меня, конечно, холодно, но он уже разрядился. Внимание! В течение дня ожидаются ветер, снег, гололед. Просим вас быть предельно внимательными и осторожными. При возникновении происшествия обратитесь в службу экстренной помощи. Потанцевала я. Что здесь потанцую? Пока нет никого.
музыка играет, но почему-то очень тихо. Надо просто побыстрее идти. Красиво. Красота. Такое дерево, как будто его сзади кто-то обнимает. Обнимают сзади. Вот так здорово. Ой, как же тут красиво. Но у меня спина. Бальзам, лесной бальзам, это флакончик, елочка. Елок падает снег, метет, тракторы чистят. Хаски парк. Здесь я не знаю. Где это интересно? Хаски парк с окнами. Сейчас выдвигаюсь. Красивые тут такие елочки, как в фильме «Девчата» в лесу. Все классно. Сейчас вот так фоткаюсь около них, около этих елочек. Thank you.
настоящая метель. Он метет. Прям вихрь. Вау. Прям вьюга. Вьюга. Вьюжит. Вьюжит. Полная снега. Набрала полная снега машина. Полный свой, как там называется, кузов. Вон трактор сугроба делает. Сугробы, сугробы. Обратитесь в службу экстренной помощи.
Ой, классно, я погуляла сегодня. Не хочется, конечно, отсюда уходить. Но я просто немножко промокла, пока шел вот снег сильный. И у меня подмерзает немножко спина, потому что влажно. Не знаю, что очень сильно шел мокрый снег. Поэтому все-таки народ там катается, развлекается, фотографируется. Залегли ребята и фотографируются. Леша. Прикольно. Ура, мы сделали круг. Да? Нет. Да, вон какая. Молодцы. Круг сделали. Не очень комфортно кататься, конечно, снега. Снега навалило на каток. Ну, зато падать не больно, кстати. Это я просто с телефона ныряю сразу. В принципе, даже когда есть снег, не больно падать совсем. В этом даже что-то есть. Что летит смотрю? Птица летит. Иду к выходу. Будет не видно, если я вниз сделаю. Опущу камеру, его будет чудик, а будет не видно. С утра лавочки еще были чистыми. Но они, в принципе, буквально, наверное, час назад были чистыми.
периодически ходит очистить. Работники парка постоянно этим занимаются. Чистят их тиралочки. Ой, я так нагулялась. Сейчас, если я отдохну, пока буду в метро ехать, и посмотрю, сколько у меня зарядки. Отдохну, подсохну, пока буду ехать. Тогда еще сейчас на ВДНХ. Пойду. Там тоже мероприятие. Сегодня день Курска и Белгорода. Я посмотрела в интернете по программе афишу фестиваля России на ВДНХ. Курска и Белгорода день. Спасибо.
когда ты уже перед ветром узнаешь, что они завернутся нам куда, но вот, ну вот, мне вот, ну, опять же, не так слышно, не нравится. Вот тут мы нас заморозили. Занес, наверное, беленький. Штучки. Иду к метро. Перекресток, светофор. Подойти чуть-чуть быстрее, чтобы телефончик совсем.